dvhub.ru. Земляки, уважаемые участники международного автопробега, по поручению председателя законодательного собрания Павловой Любови Алексеевны, а также от себя лично, поздравляю вас с проведением международного пробега по территории всей нашей любимой России. Сегодня мы видим в колонне не только автомобили ДОСААФ, мы видим представителей байкерского сообщества, представителей других общественных организаций, а также спортсменов-велосипедистов. Пробег собрал мужественных, сильных духом, уверенных в себе людей для объединения всего нашего российского общества. Выполнить почетную миссию. Вручить эти символы председателю регионального отделения Еврейской автономной области. Символы комплексного комбинированного пробега, посвященного 90-летию ДОСААФ России, внести